Да, слышно меня? Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли на наше сегодняшнее мероприятие. Меня зовут Евгений Гусетинский. Я куратор кинопрограммы «Гараж». Рядом со мной замечательный критик, переводчик, киновед Инна Кушнарева. Сегодня у нас пройдет камерная презентация книги Жан-Люка Нанси «Очевидность фильма о Баске Растами». Это первая книга в серии «Гараж Скрин», новой серии о кино, которой будет заниматься «Гараж» и наше издательство. Мы давно планировали запустить книжную серию, и как так получилось, что произошло это только сейчас, но мы очень рады, что поводом для нашей первой книжки стала масштабная и почти полная ретроспектива Аббаса Киаростами, которая сейчас идет в нашем кинотеатре «Гараж Скрин». Она началась, эта ретроспектива, уже полтора месяца назад. Мы показываем почти все его картины, включая самые неизвестные ранние фильмы, среднеметражные, короткометражные. И даже не в качестве поддержки этой программы, а для того, чтобы вообще расширить контекст понимания кино, нам показалось важным начать нашу книжную серию с замечательного текста эссе Жан-Люка Нанси, посвященного творчеству Киаростами, но эта книга, это эссе прекрасна тем, что в нем на примере Киаростами раскрываются какие-то вообще базовые, основополагающие вещи, связанные с тем, что такое кино, с тем, что определяет материю, природу и философию кино. Мы подробнее остановимся на книжке чуть позже. Я бы хотел поблагодарить Инну за, во-первых, за участие в сегодняшней презентации, во-вторых, за прекрасное предисловие к этому изданию, которое замечательным образом совершенно коррелирует с самим текстом Нанси и, в общем, служит таким, может быть, ну, идеальным ключом к открытию, к знакомству с этим текстом. Также хотел бы сказать, что сам Жан-Люк Нанси тоже написал небольшое введение к русскому изданию, чему мы очень рады и не ожидали от него, что он откликнется на нашу просьбу и, в общем-то, так быстро пришлет нам свое небольшое предисловие. Книжка, сам текст Нанси был написан в середине 90-х годов, и это первое русскоязычное полноценное издание этой книги. До этого на русском языке публиковались лишь небольшие фрагменты. В качестве такого первого вопроса, который нам хотелось бы обсудить с Инной, это, наверное, фигура автора. Да? Инна, ты как большой специалист и вообще по французскому кино, и особенно по французской философии, в частности, философии второй половины XX века, современной французской философии. Расскажи вообще о фигуре Нанси, о его месте в современной философии и каких-то, может быть, главных понятиях, с которыми он работает как философ. Жан-Люк Нанси сегодня философ немножко подзабытый. Как бы мода на него была особенно сильна в начале 2000-х. А сейчас немножко парадигма сменилась. Жан-Люк Нанси, прежде всего, философ политический. Он философ общности, бытия вместе, совместности, части философ демократии. Политический философ в таком несколько абстрактном смысле, что он, конечно, пишет не о конкретной политике, а именно о каких-то обобщенных теоретических моментах. Нанси родился в Бордо, то есть он не парижанин, и потом практически всю жизнь он провел в Страсбурге, в Страсбургском университете. Так получилось, что он
несколько раз не сумел сдать экзамены в Эколь Нормаль, собственно, главную кузницу французских философских кадров. Потом защитился под руководством знаменитого философа Поля Рикера. И в конце 60-х попал в Страсбург работать. Интересно, что Нанси происходит из католической семьи и в юности принимал участие в различных католических организациях, и в Страсбург поехал изучать теологию. Он мечтал стать теологом, но как-то, в общем, поскольку дело происходило в 64-65 году, как-то теология быстро забылась. Вот. И в Страсбурге они уже жили такой полной политической жизнью. Он нашел там своего большого друга, своего главного соавтора Филиппа Лакулабарта. У них был совместный проект. Лакулабарт писал о философии немецкого романтизма, и Нанси тоже присоединился к этой теме. И, кроме того, Нанси открыл для себя Хайдеггера. Хайдеггера он прочитал где-то в старших классах школы, стандартную работу, с которой многие начинали, «Письмо о гуманизме». Но по-настоящему, как он сам рассказывает, понял он Хайдеггера, прочитав Деррида. То есть, таким образом, Нанси является, по сути дела, феноменологом такого хайдеггерианского толка и при этом политическим философом. Философом бытия вместе. Его, одна из главных его книг, у него много книг, он очень плодовитый автор. Одна вот из главных его книг еще в начале 2000-х была здесь переведена, «Бытие единичное множественное». В ней разворачивается концепция такой онтологии, которая предполагает, что бытие всегда множественно, и бытие всегда бытие вместе. Мы не можем вообразить себе бытие какого-то отдельного человека или отдельного существа, поскольку само условие нашего существования заключается в том, что мы находимся в состоянии события со всеми, не только там с нашими знакомыми, незнакомыми, близкими и дальними, а вообще со всем человечеством и со всеми живыми существами. Очень неплохая книга. Нанси, автор, который пишет очень красиво, очень литературно, он местами почти такой художественный автор, почти поэт в хорошем смысле. Он очень интересно работает с языком, но это тоже у него идет от Хайдеггера. И, значит, это вот эта одна сторона Жана-Люка Нанси. Вторая вещь, вторая тема, для которой была для него очень важна, это тема тела и телесности. Сейчас тоже как-то немножечко подзабыли, но вот когда в 90-х говорили о современном танце, писали о современном танце, допустим, о перформансах, о телесных практиках, то всегда очень много ссылались на Нанси. По-русски выходила его книга «Корпюс» в переводе Елены Петровской. Такая интересная, тоже почти художественная книга. И Нанси всегда очень интересно выписывает тело. И сейчас, я думаю, что сейчас как раз вот на волне интереса к перформансу и к телесным практикам можно вот было бы интересно возобновить этот интерес к Нанси, вот именно к этим его работам, потому что он писал, например, о касании, об осязании. У него есть работа под названием «Лёд уше», «Касание». И вообще он писал много о теле, телесности, соматике, как бы вот изнутри. Касание, зрение, да, как вот в этой книге, и слух. У него есть еще одна работа про слух «Ликут», которая, я тоже думаю, сейчас была бы интересна на фоне возросшего внимания и интереса к sound studies. И к тому сейчас, как мы знаем, появляется много книг по sound studies. То есть, по-моему, Нанси – это как раз та фигура, которую сейчас нам стоит переоткрыть. Реактуализировать. Да, реактуализировать. Она немножко подзабылась, моды сменились, да. Но, и, по-моему, как раз вот наш проект, да, то, что, собственно,
киносерия «Гаража» от Краус, именно этой книгой Нэнси, уже делает первый шаг в эту сторону. Я думаю, что, в общем, остальные тоже подтянутся к нам. И поскольку Нэнси был и есть философом телесности, мне кажется, что вот, собственно, это отразилось и на книге о Кьяре Астаме тоже. Тут еще как бы есть момент такой личный у него. Он не то чтобы инвалид, да, но он такой киборг. Потому что еще в 90-м году ему пересадили сердце. И он много об этом думал, много это осмыслял. Обсуждал, например, с Клэр Дени. И вы, наверное, знаете, что у Клэр Дени есть фильм «Антрюз», который написан как раз, снят по мотивам текста Жана Люка Нанси «Антрюз». Вот как раз посвященный тому, что вот у него сердце другого человека и как он это переживает. То есть он такой киборг и гибрид. Ему сейчас 80, он, видимо, жив-здоров, судя по тому, что он живо откликнулся на нашу просьбу сделать предисловие к этой книге, в общем. А тогда, в 89-м году, ну, типа, там врачи давали 6-7 месяцев жизни. Если бы сердце не пересадили, если бы операция не удалась. Вот. То есть как-то он вот всю эту телесность, да, переживает на каком-то очень личном уровне. Кстати, вопрос, да, о телесности. Ты очень точно заметила, что в данном случае, как бы, он пишет в связи с Кьяре Астаме о том, что вообще, как бы, кино — это прежде всего опыт зрения, и он это зрение понимает в таком очень, как бы, ну, буквальном, можно сказать, физиологическом ключе. Это не некое абстрактное зрение, которое мы часто называем видением, в смысле таком романтическим, да, видение, в смысле какие-то видения, какие-то галлюцинации, а речь идет о непосредственном физическом зрении, которое только и открывает нам, дает возможность состояться полноценному взгляду, который реализуется в кино. Ну да, физическое или соматическое зрение, потому что, в принципе, в кино есть как бы два зрения. Есть такое классическое зрение, тоже, которое есть в классической живописи, да, когда есть перспектива классической, когда, в общем, как мы знаем из всех тех текстов, которые читали о классической перспективе, которая, в общем, выстраивает мир в определенном порядке, в соответствии со строгой иерархией, выстраивает мир какой-то уже готовой структурой, в которой четко предписано место зрителя, да, и зритель, собственно, ни туда, ни сюда, никуда не может из этого места сдвинуться. Таков, собственно, классическая мизансцена, классический кинематограф. Есть зрение, да, которое появляется в кино вот именно что во второй половине 20 века или, может быть, где-то там ближе к, может быть, даже ближе к 90-м, когда появляются, например, братья Дарден, да, или когда появляется тот же Кьяре Астаме. Это уже совсем другое зрение, зрение соматическое, как я бы сказала. В котором нет какой-то привилегированной точки, откуда все видно, да? И не может быть этой точки, потому что вся реальность, она образуется вместе со зрением. Когда Нанси там пишет, что фильм, как он всегда подчеркивает, что фильм «Кьяре Астаме», он запускается, да? Его нет заранее, он запускается, движется, и наше зрение движется вместе с ним, то есть он не снимает что, какую-то готовую реальность. Эта реальность, собственно, творится на наших глазах в буквальном смысле. Это бесконечный процесс становления. Это, в принципе, такая процессуальная история. Да, в данном случае именно. Как бы само зрение оказывается конгениальным тому, что оно производит. Поэтому, конечно, у Кьяре Астаме не может быть... Здесь можно продолжить мысль Нанси. Не может быть творца и его творения. Да? Как вот гениальный творец, которого мы теперь все осуждаем с феминистских позиций, который что-то там такое... Нет, потому что они возникают одновременно. Невозможно никакой гениальный творец не потому, что, да, не потому, что это плохо, а потому что вот в кинематографе Кьяре Астаме или в кинематографе Дарденов это просто невозможно. Потому что все это
происходит вот такая emergence, то, что называется по-английски, такое вот зарождение, совершенно стихийное, спонтанное и того, и другого. Скажи, пожалуйста, а вообще, как часто философы пишут о кино, и какие бывают философские взгляды о кино, и какое место в данном случае как бы занимает Нанси? Потому что как бы все мы знаем, кстати говоря, тоже изданную «Гаражом» книгу Делёза о кино, в общем, такой монументальный и такой крайне философский текст о кино. Мне кажется, что как раз Нанси в этом смысле довольно отличается от того, чем занимался Делёз, просто в силу своего подхода. Ну, во-первых, есть, конечно, чисто академические тексты такого, скорее, дидактического, педагогического свойства, которые плодят американские и английские академики, когда нужно изложить студентам какой-то набор философских концептов, они просто иллюстрируются фильмом. Сейчас это даже не кино в этом случае прибегает, а скорее к сериалам или к каким-то явлениям поп-культуры. Там, не знаю, берется там франшиза «Сумерки», и на ее примере прогоняется ряд каких-то понятий. Тут совершенно без разницы, что брать, да? Вот, потому что, в принципе, везде можно найти какую-то проблематику нужную. И это, конечно, не совсем не французский путь. Надо сказать, что все-таки, если французский философ берется писать о кино, он кино смотрит. И Делёз в кино ходил. Очень любил ходить в кино. Но Делёза был большой энциклопедический проект, который был сопряжен, собственно, с его собственными изысканиями. Проект того, что называется таксономией. Да, там, сделать классификацию, все поименовать и все разложить по клеточкам. Волей-неволей для такого проекта приходится пользоваться каким-то готовым материалом. У Делёза был шикарный готовый материал. Это все то, что писал «Кайе дю синема», и не только, да, и журнал Мишеля Симана «Позитив», и «Синематек», и многие другие, потому что, в принципе, конечно, французская критика 60-х, 70-х, части 80-х, да, это была очень сильная критика с каким-то большим набором интересных концептов, и Делёз просто вот это все раскладывал по своим полочкам. Раскладывал гениально, конечно. Но ему просто было, грубо говоря, некогда в рамках его проекта, который вырос из курса о кино, на самом деле, некогда было заниматься, собственно, анализом конкретных фильмов, да, и в них вглядывался. Он что-то вбрасывал, иногда вбрасывал в том числе от себя, иногда это какие-то совершенно гениальные вбросы, а иногда даже непонятно о чем это. Особенно, если когда это вырвано из этого специфического французского исторического контекста киноведческого. А Нанси очень честно смотрит фильм. То есть там в начале книги рассказывается история возникновения, то, что Кайе дю синема собиралась сделать вот какой-то такой сборный альбом, да, посвященный годовщине, очередной годовщине юбилею кинематографа. По простому принципу, давайте позовем всех интересных авторов, пусть каждый выберет фильм, который ему нравится, и напишет. Да. Нанси выбрал фильм «Кьяростами». «И жизнь продолжается». «И жизнь продолжается». Или да. Другое название «Жизнь и ничего больше». Да, вот я как-то привыкла «Жизнь и ничего больше», да. И в результате даже путаюсь. Выбрал, потому что хотел что-то современное. Да? Он не хотел вдаваться в историю кино, он не хотел вдаваться в какие-то подробности. Ему нужно было... Он хотел уловить какой-то современный дух. На тот момент это был вот он, современный дух. Он написал текст. Текст в итоге этот большой сборник не собрался. И текст потом попал там, в номер журнала «Синематек», по-моему. И потом уже Нанси... И это был, кстати, единственный фильм, который Нанси на тот момент видел. Но как он замечательно сразу его увидел. То есть вот пришел и сразу увидел, да? Не привнес какую-то свою готовую концепцию, а просто смотрел, загорелся. Смысле, да, это вообще удивительный пример того, как через всего лишь один фильм автора, в данном случае «Кьяростами», можно
увидеть всю его вселенную. Через, да, даже не через фильм, а через какую-то деталь, да, потому что он пишет о каких-то конкретных деталях, и как через эти детали он, в принципе, выходит на, в принципе, всю поэтику Киарастами. Да, и они как-то очень хорошо совпали с Киарастами. Возможно, на каком-то там соматическом уровне. А потом он, да, посмотрел еще фильм, еще что-то почитал. Он так немножечко это бегло упоминает в предисловии, но, что называется, матчасть он изучил. Хотя вроде бы не собирался глубоко вдаваться. И то, что этот текст оригинальный, не какой-то заранее придуманный, а именно рождавшийся в ходе просмотра, видно хотя бы потому, что, собственно, вот эта тема общности, коммюнете, угу, в нем нет вообще, да. То есть чем знаменит философ Жан-Люк Нанси? Тем, что вот он писал о сообществе, о как оно, «le communauté des œuvres», бездельное сообщество, он такой философ богемы, в том числе был. Или, как он сам говорил, в слове «коммунизм» меня интересует корень «коммюн». Меня не интересует коммунизм. Да. Он левый, естественно, но никогда не был ни маоистом, ни левым радикалом. У него как бы вот такая немножко абстрактная левизна, в хорошем смысле абстрактная, как-то стоящая над схваткой. И вот, собственно, ничего об общности, ничего о коммунизме, да, в каком-то таком, как, в смысле, каком сейчас, не знаю, о нем писал Агамбен, допустим, ничего этого в этой книге нет. Ну, потому что это ему не нужно. Он не пытается привнести какие-то свои готовые концепты, как делает большинство, да, антропологов, авторов, да, философов, социологов, когда их просят что-то написать, да, в кино. Грубо говоря, он не иллюстрирует, да, собственные философские концепции, ну, это не нужно, готовыми фильмами. Да. Ну, надо сказать, что он, на самом деле, он, видимо, любит работать на заказ, то есть любит, когда ему какую-то тему заказывают. Угу. И то, что он писал о балете, то, о современном танце, то, что он писал о музыке, оно тоже всегда было вот так вот оригинально. Угу. Ну вот в этом случае вот я сейчас вспомнил еще, может быть, это будет, если я не прав, ты меня поправь, но мне кажется, это хороший пример просто для развлечения, для проведения различия между вот конкретно текстом Нанси и Киарастами и, как сказать, такой более такой общей тенденцией, да, письма, философского письма и кино. Можно вспомнить там тексты Жижика, всем известного, который, конечно же, всегда так или иначе отталкивается от уже собственной каких-то интересов, да, связанных, конечно, много иллюстрирует, с философией, там, с психоанализом, постпсихоанализом, и просто блестяще, конечно, он это проделывает, но просто находит им подтверждение этим концепциям в тех или иных фильмах. Да. В данном случае, мне кажется, подход Нанси, он в этом смысле действительно отличается, он абсолютно другой. Как, ну, кстати, у Жижика, между прочим, есть книга, тоже очень такая книга «Философ, который смотрит», которая здесь, кстати, не была переведена, и, возможно, подошла бы для вашей серии. Сейчас экспромтом вспомнила. Это книга о Кислевском «Эдикологии». Очень хорошая тоже. И тоже явно как-то он принял вот это все на свой счет, что называется. Нет, я скорее имел в виду, конечно же, все его тексты про, ну, про, да, Хичкока, да, и, скажем, да, такую массовую культуру, массовый кинематограф. И мы уже говорили о том, что как бы в случае Киарастами его зрение, как бы физическое зрение, инициирует как бы сам кинематограф. Да, это как бы два таких процесса, которые едины. И в этом смысле действительно Нанси в каком-то смысле, его письмо тоже находится вот в этом процессе становления. В этом, оно как бы в нем нет предзаданности, в нем нет какой-то детерминированности. Если вот читать внимательно книгу, то вы можете практически вот почувствовать эту такую волну, да, это движение текста, который вас унесет, да? Да, вот который вас унесет, да, используя восторг, да, который вас унесет, если использовать, то, что что-то, да, вас подхватывает, да, и да, 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 и в этом смысле он абсолютно совпадает, это удивительное совпадение вот как бы комментария, имею в виду текста и объекта, да, который он описывает, имею в виду кинематографа Киарастами. Мне кажется вообще, что вообще вот эта книжка для человека, который пишет о кино, очень
подходит, очень нужна. То есть вот как Барт делял тексты на читательские и писательские. Угу. Писательские в том плане, что писательские тексты вызывают у тебя желание самому писать. Вот, по-моему, вот эта книга «Нанси», она тоже очень писательская. То есть, может быть, не то чтобы вы вынесете из нее какой-то готовый каркас, да, и вряд ли это та книга, которую можно прочитать, а потом пойти там быстро пересказать там, по пунктам то-то, то-то, то-то. Для этого читаются другие книги, да, но вы поймете, как это делается, да, вот как, не знаю, кинокритик садится писать, и что, ты начинаешь с того, что пересказываешь сюжет, да? Куда от этого деться? А что дальше? Вот пересказал сюжет. Как перевести, собственно, даже если фильм какой-то непроходной, да, и если фильм какой-то выдающийся, как, собственно, перенести свои ощущения себя зрителя, перенести их в текст? Как найти вот этот избыток, который бы... Нанси об этом тоже пишет, что в настоящем искусстве всегда есть некий избыток, который никогда нельзя до конца выписать, нельзя до конца разложить и проанализировать. Как поймать этот избыток? Вот, по-моему, эта книжка очень хороша, в том числе не только для любителей Киарастами, да, но и для людей, которые хотят писать о кино или думать о кино, и хотят понять, как это делается. Да, мне кажется, и для тех, кто хочет, так сказать, немножко такое дидактическое слово, но его, наверное, можно применить, для тех, кто хочет просто научиться еще смотреть кино и видеть кино. Да, да. Ну, я тоже об этом думала, потому что, в принципе, есть как некоторая разница между текстами о кино французскими и англоязычными. То есть англоязычные тексты всегда дают такую матчасть. Очень хорошо дают там что, как, история создания, контекст. Это важно, безусловно. Это, безусловно, нужно знать, да, когда ты о ком-то пишешь или пытаешься понять. Но на этом как бы очень часто все обрывается. Собственно, когда дело доходит до интерпретации, все очень стандартно, все достаточно избито. Французы фильм смотрят. То есть они пишут, сам процесс смотрения, письма, понимания, он вот единый. Угу. Да? Опять же, я там не прихожу с каким-то готовым набором, что вот это фильм про это, а вот это там фильм про то. А я знаю, про что этот фильм. Да, там. Нет, именно что все происходит процессуально, в каком-то одном едином процессе становления. Правильно вспомнил это слово очень. Да. И для самого Нанси это очень важный момент, он, по-моему, даже говорит об этом в начале книги, абсолютно не имеет значения, такое довольно, кстати, в этом плане смелое заявление, он говорит о том, что для него совершенно не имеет значения как бы культурный, локальный контекст, из которого родились фильмы Киарастами. То есть его совершенно не интересует там их иранскость, их связь с иранской культурой, с исламом, с каким-то условным Востоком. Для него эти вещи не имеют... Они важны, но они не имеют принципиального значения. Это не то, на чем он строит свое видение и на чем строится его текст. Да? Он скорее отталкивается, опять же, от, можно сказать, как бы вот моторики, да, соматики. Самого кино, это в общем-то не абстрактное искусство, да, это искусство очень материальное, чувственное, это искусство, которое обладает собственной физикой, в каком-то смысле физиологией, да, или можно говорить в данном случае телесностью, да, если говорить о том вообще как бы из чего оно сделано. И он, кстати, очень давно очень много таких именно материальных метафор, когда он говорит о том, что вообще что такое образ. Образ — это просто сцепление, такое случайное сцепление изображений, которое рождает следующее изображение. Да, это, и вот... В этом, собственно, природа кино. Да. И оно вдруг запускается. Да, и в этом смысле дальше. Он действительно проникает через описание вроде бы вот этой материальной
природы фильмов Киарастами. Да, его фильмы действительно когда очень легко раскладываются на элементы. Да, и это минималистский кинематограф, в котором повторяются одни и те же рефрены, одни и те же образы, всегда очень конкретные. Да. Мы привыкли думать о том, что вообще Киарастами, да, там это тоже философ, поэт, метафизик. Да. Но на самом деле его фильмы очень материальные, они очень прозрачны с точки зрения того, как они устроены. Да? Это, разумеется, устроено не всегда очень тонким образом, но это не те структуры, которые себя как-то пытаются скрыть. Хотя он очень много работает там, с категорией скрытого и невидимого. Да? Но тоже у него видим... такое скрытое, да. Которое мы не очень понимаем, что оно скрытое. Да. Только, кстати, собственно, там, текст Киарастами, текст Нанси позволяет нам собственно, заметишь, что все время что-то скрывается, да, как я... Да. Но это и позволяет другими сделать... Другими глазами посмотреть на фильм. Да, и это позволяет сделать и сам кинематограф Киарастами. И мне кажется, вот достижение этой книги в том, что он действительно, он увидел... Это, наверное, такой феноменологический, в чем-то можно сказать, анализ. Потому что он увидел кино, вот в кино Киарастами, в его первостепенном таком вот чистом виде. С вынесением за скобки. С вынесением за скобки всего остального, да, что не является определяющим для природы этого кино. Да. Ну, вообще, надо сказать, что, по-моему, эта книжка во многом решает проблему, например, колониалистского взгляда. Угу. Да, того, что в этом смысле? Мы никогда не можем посмотреть на восточное кино взглядом восточного человека. Мы все равно смотрим взглядом европейца. И значит, мы это кино экзотизируем. Uh-huh. Да? А что мы любим Перси Такуна? Он красивый, спокойный. Восточное кино какое? Оно красивое. Медленное. Там, или оно какое-то медленное, или оно какое-то там сверхбыстрое, супержестокое. Ну, как бы что-то... А потом нам рассказывают, да, объясняют, почему это, почему то, знатоки, эксперты. Ну, как бы сопрячь эти два знания очень сложно. А нас вообще просто без этого обходится, да? Как-то ничего не экзотизирует. Он смотрит, он видит в человека, в Киарастами человека. Такого же, как любой другой. Да, в этом смысле это какой-то пример действительно очень такой чистой, прозрачной оптики, которая... избегает, и как бы колониального подхода, и одновременно как бы освобождает себя от комплекса, неофита или невежды, потому что не один, понятно, все равно. Ну, от его стиль письма, который тебя сразу так in media res, да, включает, ты сразу оказываешься захвачен в самом, как бы, в самой гуще повествования, он... Наси никогда не делает никаких скидок для читателя. Да? Он сразу так же включает в тебя, запускает свой процесс. И понятно, что читать его иногда сложно, но это не нужно бояться. Нужно просто идти, читать. И как бы иногда просто поверх текста будет образовываться смысл. Да? То есть, не надо... не знаю, пытаться там понять каждое конкретное предложение. Нужно просто читать, образуется такое облако, в которое ты погружаешься, и вдруг до тебя что-то такое доходит, вдруг у тебя происходит какое-то озарение, вдруг ты что-то замечаешь в фильме, чего в противоположном случае не заметил бы. Это в каком-то смысле поэзия, да, ну как вот мы читаем стихи, да, но все равно это, конечно, высокая философия при всем при том. Ну, и в этом, мне кажется, здесь он еще в этом тоже совпадает с объектом своего исследования, потому что если вы знаете фильмы Киарастами, да, то вроде бы тоже вы смотрите, вроде бы как бы
ничего особенного в них не происходит, да, или происходит одно и то же. На чем тут книжку да, до бесконечности повторяются одни и те же мотивы, одна и та же ситуация, там, одно и то же событие, да, он очень много вообще как бы работает со структурой повтора, да, или там структурой дублей, когда повторяется одна и та же сцена в разных вариациях, или повторяется одна и та же реплика. И вроде бы, да, что здесь зацепиться, почему мы должны на это смотреть? Но вдруг, собственно, сочетание всех этих элементов, да, или вернее даже движение сквозь эти повторения, да, сквозь эту очевидность, да, вдруг образует, приводит тебя к какой-то точке, как сказать, разрыва, да, который угу. является одновременно и точкой понимания чего-то очень глубокого и неочевидного, да, к такому вот. Ну, как бы слово очевидность, Антон хорошо там об этом пишет, что очевидность вроде предполагает некоторую банальность, да. Но в то же время, когда вот это восклицание, ну это же очевидно, это восклицание предполагает да. некое озарение, что на самом деле это вы восклицаете это очевидно, именно потому что это не было очевидно. Да, то есть вы это только вот... сейчас поняли. Да, это очень хорошее слово, очевидность. Парадокс очевидности. Да, парадокс очевидности, он очень подходит. Потому что он вроде бы действительно работает с очевидностью, но как бы лишает очевидность этой самой очевидности. Эта очевидность предстает как какой-то, какая-то истина. Да, как, да. Или в связи с, именно с этим он пишет вот об этом восторге, да, как бы переоткрытие реальности, которое вроде бы кажется нам... уже познанный, да, это чем-то, что мы уже видели, что мы уже познали. Насколько вообще вот такое письмо, можно сказать, ну, как бы феноменологическое, да, которое как бы рассматривает текст визуальный, да, все-таки в... Ну, как бы, в чувствовании переживания. Да, в чувствовании переживания. Насколько эта вот оптика является критическая, философская, универсальной, как тебе кажется? Есть ли, может быть, какие-то другие тексты о кино или, о, может быть, вообще об искусстве, с которыми вот мне можно кажется, было бы провести параллели? Мне кажется, такие есть тексты о живописи, может быть, наверное, о музыке. Да, но mm-hmm. о кино, может быть, даже и нет. Ну, как бы есть такая же манера писать рецензии, да, или писать о фильмах, писать эссе. Ну, скажем, да, что мы обсуждали, что жанр да. этой книги — это эссе. В хорошем смысле. Это очень хороший жанр. Она не академическая, в ней есть там ссылки какие-то, но французов жанр эссе почтенный. И есть манера писать кино, которая предполагает, что автор описывает то, как он смотрит. То есть он как бы в отчасти пересказывает фильм, да, но сам этот пересказ становится описанием собственных переживаний, чувствований в фильм. Наси даже не приходится ничего пересказывать, он как бы просто описывает именно переживание, именно свое чувствование. На то и мастер. Ну, честно говоря, да, немножко врасплох меня застал этим вопросом. Я как-то даже мне в голову не приходит. Обычно такие тексты пишут, вот такие эссе пишут люди как бы на стыке философии и киноведения. Ну, там кто-то, кто учился на философском, и потом пошел mm-hmm. писать о кино. Особенно у французов. Например, есть такой автор Элен Фхапа, который написал книжку о Ревете, но который при этом закончил Эколь Нормаль и защищалась там по каким-то сугубо философским темам. Ну, вообще часто французы, поскольку французов образование философское, это не какая-то редкость. Философию преподают в школе, вот. То есть очень часто французские кинокритики так пишут, на самом деле. Я только бы сказал, что это все-таки такой, скорее всего, образец, классический образец французского письма и думания да. о кино. Да. Я думаю, что именно в силу того, что просто французские критики и киноведы больше знают о философии. Для них она какой-то такой предмет, к которому они существуют более органично. Ну, в силу того, что они читают и изучают ее в школе,
какую-то классическую философию в силу того, что многие оканчивают Эколь Нормаль или в Сорбонне философский факультет. Так что вот, да, это решим так, что это вот французский стиль. Еще мы, наверное, забыли сказать о том, что как бы Нанци не объясняет в книге, да, почему он, собственно, выбрал Киарастами, да, для своего эссе о кино. Ну, это было довольно случайно. Да, абсолютно случайно, но, наверное, в то же время и не случайно, потому что в каком-то смысле это, в общем-то, одна из причин, почему мы вот сейчас в гараже делаем ретроспективу Киарастами. В каком-то смысле Киарастами, и мне кажется, сейчас, особенно сегодня, это как бы стало уже такой очевидностью, прям очевидностью, он является одним из таких провозвестником того, что мы сегодня понимаем под, вообще под кино, да, и выразителем того, чем кино является вот в своем таком, ну, как бы максимальном... Эссенции. Да, эссенции, да. Потому что, собственно, книга Нанси, она же как бы анализирует, он бесконечно пишет про движение, да, про именно движение является основой фильмов Киарастами. И это не просто как бы движение 24 кадра в секунду, да, это тоже не вот это движение, а это движение, которое дублируется благодаря ну, все-таки сюжетике фильмов Киарастами, да, потому что все его картины, так или иначе, все его, да, главные фильмы, это всегда, да, роуд-муви, да, это, да, всегда движение автомобиля, да, это и... Кстати, о движении автомобиля, собственно, там Нанси пишет тоже как-то из какого-то своего личного опыта чувствуется, да, что он переживает движение автомобиля на каком-то таком, да, на тонком самосоматическом, да, чувственном смысле. И в этом плане, как бы, что делает Киарастами? Он как бы движение, которое является первоосновой кино, он его как бы не то чтобы дублирует, а он его усиливает через движение видимое, через движение объекта, через движение этого самого автомобиля, который всегда никогда не стоит, по сути, на месте. Да? И в этом плане, как бы действительно, для него вот этот автомобиль, который находится в движении, он превращается в метафору кино. Это то, о чем много пишет Нанси, и еще просто с точки зрения вообще устройства автомобиля. Он говорит, что автомобиль — это вообще передвижной кинотеатр, и это вот идеальная метафора кино, когда у тебя есть сразу несколько экранов. Ну да, точно какой-то такой кинозал представляет вроде как, да. Допустим, мы смотрим что-то, не знаю, там на... трех компьютерных экранов. Да, да, да. И какая он представляет скорее такую видеоинсталляцию. Да, да, да. Угу. И он говорит об экранах кинематографических, которые синемичны там лобовому стеклу автомобиля, зеркалам, зеркалу заднего вида. То есть это такая создается интерактивная система и сразу из нескольких экранов. Как я писал это в своей статье, самая такая была ходовая теория в теории кино, теория аппарата, да, то, что, собственно, зритель находится в кинотеатре, как в Платонской пещере. Он парализован, он не может двигаться. Ему там показывают какие-то образы, которые, естественно, нереальность. Но вот если помните эту платоновскую историю, да, что узники находятся в пещере, они прикованы, и где-то там горит огонь, и перед огнем проносятся такие тени, да, такие изображения. Mm-hmm. Да, не, собственно, не вещи, а тени вещей. Вот, собственно, так Платон описывал обычное восприятие. Есть идеи, да, чистые сущности. А вот в обычном мире, в котором нам чистые сущности недоступны, мы видим только вот эти вот тени, находясь сами в этой платоновской пещере. И потом, естественно, что эта метафора, что эта история очень напрашивалась на то, чтобы из нее сделать какую-то такую теорию кино. Она называлась «Теория аппарата», да. И
Нанси как раз пишет о том, что хоть мы и сидим, и не движемся, да, и обездвижены в кинотеатре или перед телевизором, да, все равно взгляд-то движется. Не то, что мы не можем, да, оторвать глаз, мы не можем забить какие-то посторонние, не должны, по крайней мере, замечать какие-то посторонние предметы, но есть фильмы, в которых все компенсируется движением взгляда и активизирует наш собственный взгляд. Таковы, например, фильмы Киарастами. Да, и мне кажется, еще это связано с... То есть проблематика взгляда в его случае во многом связана с вот этой игрой видимого и невидимого, да, потому что все равно, с одной стороны, этот взгляд, он никогда не является... Он является очень активным, если говорить о взгляде режиссера и о взгляде зрителя, которые во многом как бы тоже в случае Киарастами совпадают. Да? То есть для него, вот, мне кажется, вот это вот, вообще для него важна вот эта вот всегда триада, такой треугольник, я бы сказал, взглядов, то есть для него, которые для него равными практически в таком, можно сказать, социалистическом смысле, но можно сказать и в том смысле, в котором Нанси использует понятие вот этого события, бытия вместе. Да? Речь идет о взгляде режиссера, о взгляде зрителя, о взгляде героя, которые всегда находятся на равных. Да? И он как бы активизирует это вот пространство между этими взглядами. И этот взгляд всегда очень человеческий. Это, опять же, взгляд очень конкретный. И вот сегодня мы как раз показываем фильм «Вкус вишни», где вот просто вот эта вот триада из трех взглядов режиссерского, взгляда героя, взгляда зрителя, она просто явлена в таком своем наивысшем виде. Это с одной стороны. С другой стороны, и об этом тоже много пишет Нанси, в его фильмах всегда есть это ощущение чего-то скрытого, да, есть ощущение, что нам показали не все, что мы видели не все, что произошло в кадре, не все, что там происходит. И это тоже невероятно актуальное даже не прием, это не то слово, а такая, кажется, актуальная для сегодняшнего кино структура, когда фильм оказывается лишь пропуском, пропуском в мир, лишь какой-то элементом этого мира, да, но никогда не является его полностью. Ну, он не ожидается, конечно, классический кинематограф являл такой тотальный, да, полный мир, законченный мир, завершенный, собственно. Современный кинематограф, там, если начать отчитывать его, о чем мы его отчитываем, от неореализма, по-видимому, да, но все равно это по-настоящему кристаллизировалось, наверное, где-то там. Я бы все-таки сказал, в 90-е. Что мир всегда не закончен, мир всегда не завершен, он дан нам только в одной какой-то точке. У нас нет привилегированной позиции, с которой мы все видим. Мы видим лишь часть, мы видим, да, мы лишь, видим лишь часть. Какой-то элемент, да. Да. И удивительно, кстати, что как бы Киарастами, опять же, вот если говорить о, вот, скажем так, другом взгляде на этого режиссера, да, таком как бы академическом и скорее англосаксонском, да, который противоположен взгляду Киарастами, да, то есть его всегда описывают как реалиста, да, как режиссера, который вырос вообще из неореализма, из синема верите, из такого классического документализма, ну, то есть художник, режиссер, который вот снимает жизнь, фотограф. Фотограф, который снимает жизнь, как она есть, там, снимает жизнь врасплох, и вроде бы как бы он предъявляет то, что видит, да, но в этом плане очень интересно, что Киарастами, по сути же, в рамках этой неореалистической, условной неореалистической традиции, он полностью как бы деконструировал всю эту концепцию неореализма, потому что он как раз как бы дает понять, что реализм не заканчивается на... То есть реальность и видимость — это не одно и то же, они никогда не совпадают. Ну, возможно, что у нас просто превратные стереотипные представления о реализме, и они о реализме, они на самом деле гораздо сложнее. То есть, в принципе, все-таки реализм достаточно открытая всегда была парадигма. Но в школе нас учат, да, что вот так, как ты излагаешь.
Безусловно. И это как раз, опять же, то, что, мне кажется, очевидно, присутствует именно в современном кинематографе авторском, потому что как бы действительно происходит уже этот отказ от, как ты говоришь, привилегированной позиции или от претензии на некую завершенную картину мира и вообще на способность что-либо репрезентировать. Да? То есть это одна из главных вообще тем таких философских проблем современности, в частности, современного кино, вообще о нашей неспособности что-либо увидеть, что-либо познать, что-либо постичь, о бесконечном обмане, да, который преследует наше зрение. И в каком-то смысле очень многие фильмы Киарастами, они тоже говорят об этом, о неспособности увидеть, несмотря на то, что мы обладаем зрением. Да, зрение все время наталкивается на какие-то помехи, да. Мы даже не понимаем, что оно на них наталкивается. Да, да, да. И ты про это тоже, по-моему, пишешь в своем предисловии, про вот, теорию, скажем так, помех, да, это тоже очень... Я писала еще просто статью в блоке журнала «Искусство кино» о фильме «Close Up». Как раз пытаюсь разобрать его, собственно, вот в такой вот методологии Нанси в какой-то мере, что-то там еще расписать. Ну, когда речь... И ты пишешь про то, что... как бы вот эти помехи, да, которые на самом деле визуализируют Киарастами, да, которые он активно применяет в своих фильмах, это и звуковые помехи, и там, не знаю, дальность плана или когда что-то происходит. Ну да, когда нам говорят «клоузап», на самом деле это... Никакого крупного плана там нет, да. Или когда в фильме «Крупным планом», да, как у нас переводится, «Крупным планом», Крупный план, да, кажется, какой-то там такой патетический момент в сюжете, да, когда там журналист отправляется в начале фильма, разоблачив дом людей, в которых сейчас там находится этот мошенник, отправляется как раз его разоблачать вместе с полицией, ловить поличным, а мы никуда не идем, да, мы зрители остаемся с таксистом, ждать их во дворе, смотреть на какую-то там кучу мусора, которая там свалена, и подбирать цветы, которые брошены. То есть там действие, собственно, там что-то интересное. А Киарастами погружает нас вот в такое вот медитативное состояние. Там мы, кстати, видим вот эту вот катящийся пустой баллончик из-под аэрозоля, да, совершенно так медитативно скатывающийся. Которому Наси посвятил отдельную главку теме качения. Катания, да, перекатывания. Перекатывания, да. Этого мотива в фильмах Киарастами. И я бы, наверное, вот если не перечитывала Наси, я бы эту деталь как-то так не прочувствовала и не увидела, как там работает эта банка, этот замечательный баллончик. Как тонко выстроена эта, собственно, сцена. Это совершенно не бросается в глаза. Вообще, конечно, Киарастами режиссер, который вообще лишен эффектов. Да? Абсолютно, да. Абсолютно. Это надо еще очень хорошо всмотреться, чтобы понять, насколько он сложный и насколько он тонкий. Причем это не та сложность, которой вот голову сломаешь, да, или не та сложность, которая утомляет. Ее еще нужно уметь заметить, она там есть. Да. Вот то, что называется прекрасным словом «тонкий режиссер». Да, и просто к вопросу, да, об этом образе, да, то есть когда нам показывают не то, что мы хотим увидеть, да, не то, что... А вот мы как... даже не понимаем, да, мы даже как бы не сразу понимаем. Да, да, но вроде бы нам показывают что-то совершенно периферическое и... Где он не относящийся. Абсолютно не относящийся к делу, но именно это указывает вот на этот вот бесконечный объем реальности, который одновременно скрывает в себе и предъявляет кино. Тогда как мы хотим увидеть только что-то интересное. Да, да, да. Да. Нет, вообще, как бы вот именно прочитав какие-то вещи в Нанси, я совершенно другими глазами посмотрел как раз на фильм «Крупным планом». Я видел, как он хитро выстроен композиционно, со всеми этими откладываниями. А на Киарастами же все снимает так, как ни в чем не бывало. Да? Он ничего не педалирует, ничего не подчеркивает.
Не знаю, вот когда там Гаспар Наэ снимал «Необратимость», там все понятно, да, вот прием, вот он работает, да. Что там, он керастами масса каких-то приемов, поди их еще заметь. И как раз книга Нанси помогает вот да, и здесь, такие кстати, вещи вот проявляется, мне кажется, в этом, потому что, опять же, возвращаясь, это действительно очень точный образ, вот это какое-то перекатывание какого-то совершенно незначительного, не имеющего никакого отношения к действию предмета. Деле, это да. Точный образ для вообще понимания поэтики Киарастами. Здесь же еще важно, что это условная банка, да, она абсолютно равна всему остальному, что присутствует в фильме. Да. И в этом вот тоже, мне кажется, появляется уже такая поэтическая абсолютно природа. Да, совершенно равна той вот скандальной вот, истории, вокруг да, которой нелепые скандальные, вокруг которой этот фильм строится. Да, равновеличие, я не знаю, вот, большого и маленького, значительного и незначительного, центра и периферии, потому что действительно у него эти категории, они как бы лишаются вот этого привычного диалектического напряжения. Не лишаются это иерархического. Иерархического, да. Да. Ты вначале сказала, что вообще Нанси изначально является политическим философом, да? И вроде бы мы уже тоже договорились о том, что свои главные концепции, да, политические, все равно, он как бы не применяет к творчеству Киарастами, но все-таки как вот тебе кажется, есть ли здесь вообще можно ли рассматривать и самого Киарастами, и текст Нанси, и Киарастами в каком-то политическом ключе? Потому что, опять же, Киарастами, его фильмы, ты что правильно сказала, они абсолютно никаких нет эффектов ни визуальных, и вроде бы никаких нет идеологических тоже манифестаций, заявлений. Он никогда не предъявляет свою политическую позицию. Но тем не менее, если, опять же, внимательно смотреть его кино, если в него всматриваться, если читать интервью с Киарастами, ты понимаешь, что он был довольно все равно, как бы, как и любой художник, он был очень политическим художником. Ну, наверное, все-таки как-то это в глаза все равно не бросается. Как-то не стремился он предъявить это. Ну, как бы это вот к вопросу, например, о сегодняшнем фильме «Вкус вишни», да, и о том, что этот фильм повествует о вещи, которые в исламе осуждаются, о самоубийстве. Это очень спорный, да. Очень скользкий момент. И, в принципе, да, он снимает в данном случае политический фильм. Но как он это делает, насколько он это делает? Неплакатно, да. Сдержанно. Как там он подводит, собственно, к этой мысли о предотвращении самоубийства или не предотвращении, да. Или наоборот, как бы сказать, оправдание, такого глубинного оправдания самоубийства. А может быть, оправдание, потому что как бы вкус вишни или вкус черешни, да, это какое-то очень хлипкое, собственно, оправдание для того, чтобы не покончить жизнь самоубийством. Да. Даже непонятно, собственно, что он, где сам с Киарастами, да, как он считает, вообще достаточно вкуса вишни, чтобы жить дальше. Не ясно. Нет, просто я спросил про это, потому что там современный иранский кинематограф, да, в силу известных событий, да. Происходящих в Иране, да, усиление цензуры, самых разных ограничений, ну, наверное, которые накладываются. Мне кажется, что, да, что он очень отличается. В этом да. смысле, конечно, Киарастами был не политическим режиссером. Возможно, бы он политизировался, если бы был. Но при этом важно заметить, что он, в отличие от своих знаменитых коллег, там, Махмаль Бафа, он не эмигрировал, да? Ну, у него были всегда прекрасные отношения с Европой, Европа да, и он никогда не был там под домашним арестом, как не был, условно говоря, таким признанным диссидентом, ну, как Панахи. Мы как бы не знаем, что бы произошло сейчас, да? Да. Все-таки тут уже можем только какие-то строить догадки, это неплодотворно. Но можно ли сказать, вот возвращаясь к концепции Нанси, вот этого со-бытия, да, со-присутствия,
множественности, да. Можно ли сказать, что все равно эта идея так или иначе, вот я сейчас думаю, проявлена в этой книге? Да, потому что, собственно, об этом и рассказываю, о том, что когда такая демократия объектов, субъектов, это то, о чем там, не знаю, сейчас пишет Латур, о демократии объектов, о демократии всех существ. Да, и в этом смысле как бы о демократии и соприсутствии, вот этом вот равенстве. В принципе, уже это равенство и демократия всего, да? Да. Она уже в фильмах Киарастами была. Она есть. И она есть в опыте, мне кажется, восприятия его фильмов. Но она как бы постепенно в тебя проникает, когда ты их смотришь. И мне кажется, именно этот вот опыт... уже в таком, может быть, не в прямом смысле политическом, а в таком глубинно экзистенциальном, но вот этот именно опыт восприятия как события с фильмом, да, события с режиссером, события с героем, зрителя, вот этого его сосуществования, такого почти интимно-телесного, да, очень камерного. Потому что у меня, кстати, было ощущение, что Нанси как будто смотрит... его фильмы в одиночестве, да, это такой какой-то... Но он там писал, что в основном он смотрел, да, один в кинотеатре, еще один в кинотеатре, в основном смотрел там, видимо, дома на телевизоре. Да, и вот этот какой-то вот очень интимный почти контакт с произведением, хотя, с его автором. Хотя, собственно, кинотеатр — это «Бытие вместе». Да, «Бытие вместе», да. Мне кажется, это именно это тоже проявляется в тексте, и именно этому, можно сказать, учат... И кино Киарастами, и текст Нанси. В этом плане, мне кажется, они совпадают. Да, соглашусь. Да. Спасибо. Может быть, есть вопросы? Да, можно будет. Следующую вы готовите? Мы пока не готовим никакую ретроспективу, но у нас будет ретроспектива вот сейчас в августе американского авангардиста Натаниэля Дорски, довольно интересного представителя американского киноавангарда в рамках фестиваля экспериментального кино. Приходите. Еще вопросы? Да, потом спадает. Добрый вечер. Вы сказали, что Нанси видит скрытое у Киарастами. Видит ли это зритель, по вашему мнению? Ну, зритель, прочитавший Нанси, это вдруг увидит. Нет, мне... То есть зритель так безнадежен, да? Нет, зритель не безнадежен. Зритель не всегда может это осознать, не всегда может это отрефлексировать. Как бы нужно зрителю это рефлексировать, это не нужно, это уже другой вопрос. То мне кажется, что всегда хочется, да, вот мне всегда, например, как зрителю, всегда хотелось определить, чем вот режиссер отличается от остальных, да, потому что когда мы говорим реалист, неореалист, смешение документального и художественного, ну сколько еще, масса имен, масса людей занимается тем же самым, да. Где вот это что-то, что есть Киарастами? Вот эта книга, она про это. Это редкий случай, удачный случай описания, собственно, не применение каких-то общих категорий искусствоведческих, киноведческих, философских, а именно попытка уловить, удачная попытка уловить эту единичность. Мне кажется, что Киарастами, что зритель способен осознать, что что-то скрыто. И он очень часто как бы в таком даже, можно сказать, ироничном ключе, в таком игривом, он намекает зрителю на то, что есть что-то, что он не видит. Это какие-то буквальные даже объекты, персонажи, которые находятся, не знаю, за рамками кадра, или они находятся в какой-нибудь там... Не, ну это надо просто настроить да. собственную оптику. Да. Или, не знаю, или это максимально, например, явлено. Вот тут уж действительно это как бы невозможно заметить в его фильме, такой практически фильм «Инсталляция Ширин», где мы видим, собственно, где мы не видим фильм «Ширин».
но мы видим то, как его смотрят зрители. То есть это фильм как раз непосредственно о восприятии. И здесь как бы само кино, которое... Это экранизация эпоса. Экранизация, которую мы не видим. Которую мы не видим. Мы не видим то, что видят... иранцам ее не надо не видеть, они ее так не изучают. Да. А мы смотрим только на лица зрителей. Да. И в этом плане как бы Киарастами, он разрушает вот эту, этот, ну, как бы экран между... Внутриэкранное пространство, да, пространство фильма и пространство нашего зала. Они оказываются симметричными, и они как бы вот сливаются... Они объединяются. Это вот, вот то самое, практически, это вот метафора, ну, кстати, да. идеального того самого события, да, да, фильма и зала, да, героев и зала, о котором говорит Нанси. Потому что это картина, которая как бы, по сути, действительно, экран становится зеркалом вот этого нашего зала, да, нас самих. И при этом это абсолютно не скучный фильм. Да. А вы сказали, что вкус вишни — это хлипкое оправдание, чтобы жить, да? Не хлипкое? Расскажите, пожалуйста. Это серьезно. Ну, у каждого какой-то свой набор. Ну, я у вас спрашиваю. У меня ботанический сад, музыка Генделя, какое-то кино, даже сейчас так с налета не сформулирую. Ну, как-то вот что-то вот такое. А можно добавить к вашему списку Виктор Франкл «Сказать жизнь туда»? А? Можно к вашему списку добавить книгу Виктор Франкл «Сказать жизнь туда»? Нет, к моему нет. У меня еще будет, наверное, Ролан Барт, имя Ролан и яблочный пирог, как говорили в фильме «Свадьба». Ну, это же как бы... Нет, мне просто... Я имела в виду, говоря о вкусе вишни, что... Часто как бы вот так гуманистически умиляются тому, что вот это фильм про то, что вот жить стоит хотя бы ради вкуса вишни. Да. Ну, это немножко такая упрощающая, по-моему, этот фильм трактовка. У него все так очень зыбко, очень... Ну, вы там сейчас, собственно, будет показываться. Я думаю, может, там все видели, но все равно посмотрят. Но это очень зыбкое такое, зыбкое утверждение, да, что это все-таки очень утверждение того, что фильм «Вкус вишни» про то, что жизнь стоит из-за вкуса вишни. Нет, это, конечно, это вообще полная обманка, абсолютно. Нет, да, такой, там такой, обманка, такой там он не хочет, свои точки над «и» ставить. Нет, конечно, да. Киарастами. Да. Рам, я тебе потом передам микрофон. Спасибо за презентацию. Вы сказали, что Нанси говорит о своем опыте просмотры фильмов и того, как он думает и говорит о них через опыт чего-то физического. И я отметила момент опыта чего-то, выделения чего-то очевидного. И мне кажется, это вещи, которые могут дать обычному зрителю очень много ключей и возможностей глубже погрузиться в кино, потому что ты, ну, в любом случае смотришь фильм со стороны своего тела и тоже через тело, и тоже можешь удивиться узнаванию чего-то очевидного. И мне было интересно, чтобы вы, может быть, порассуждали или сказали варианты, а как еще не очень подготовленный зритель может, наверное, делает свой зрительский опыт более глубоким. То есть в случае Киарастами ты действительно читаешь эту книгу, будучи не очень подготовленным зрителем, и ищешь какие-то классные подходы. А что еще можно сделать? Стоит ли, не знаю, читать биографию авторов, слушать больше музыки, которая была в кино, или тоже читать? Какие есть ходы? Ну, хорошо бы, конечно, искать тексты, которые делают то же самое, которые настраивают оптику. Вот нас сейчас все время учат смотреть на картины, да, сейчас это отдельная совершенно как бы отрасль знания, что вот нам программируют оптику, да, как бы задают ей какую-то... Оптика бывает не только феминистская, сейчас мы говорим только фемоптика, но на самом деле оптика — хорошее слово, она может быть каким угодно. Разные, совершенно, совершенно разные. Я не то, что там против фемоптики, но просто это же тоже вот, собственно, книга про то, как настроить собственный взгляд. Конечно, хотелось бы побольше таких книг, да, которые вот учат смотреть именно.
А потом уже будет интересно прочитать и книжку про Киарастами, которая, например, выходила в издательстве НЛО. Да, Наталья Казурова. Да, Наталья Казурова. Интересная книжка, безусловно. Ну, то есть ты как бы должен, получается, что ты подключаешься к какому-то чужому телу, и вместе с этим телом, вот в данном случае с телом киборга Нанси, проживаешь, да, фильм. Мне просто в свое время, когда я начинала интересоваться кино и читать о нем, мне повезло. У меня под рукой был журнал «Cahiers du cinéma», который привозили в Московский французский центр библиотеки иностранной литературы. И я просто все время там читала. Я сначала даже больше читала, чем смотрела, потому что тогда не все фильмы были так легко доступны, как сейчас. Это, кстати, очень интересное замечание ты сейчас сделала, потому что, мне кажется, даже если вы не смотрели фильмы в Киарастами, если вы прочитаете текст Нанси, вы их увидите. Да. И это вообще же такая, вообще, особенно вот в России. Это никакой проблемы спойлер. Да, да, да. И это удивительная вещь, потому что особенно для российского или такого советского, постсоветского контекста, потому что очень много прекрасных искусствоведческих текстов, там советские годы, были написаны, собственно, людьми, которые не видели эти произведения никогда вживую, потому что у них не было такой возможности. В лучшем случае они видели их в каких-то иллюстрациях, даже, наверное, не лучшего качества. Не, ну на самом деле раньше же тоже кинокритик видел фильм один раз, предположим, да. Он что-то забывал, и потом еще из головы что-то у него перепуталось, накладывались какие-то там свои вещи, и из головы вот это сейчас ты сидишь и пишешь статью, там, я там, когда пишу, я люблю, что у меня фильм на iPad, я тут же заметки строчу, да, там останавливаю, прописываю какой-то момент. А тогда фильм был неуловим, да. Ты один раз посмотрел, все, что запомнил, вот как сложилось. Это, конечно, совершенно другое восприятие. Да. Да, спасибо. Вопрос. Когда мы говорим о Киарастами, мы обычно всегда говорим о характерном киноязыке, методологии, ряду приемов, очень часто о репетативности, о повторении, да. И в связи с этим у меня вопрос. Как эти ряд приемов, как метод Киарастами, начиная с вот этих всех школьных катунов и прочее, на протяжении десятков и десятков лет менялся, как он обрастал и насколько ли он радикально вообще менялся или не менялся, как где происходили какие-то фундаментальные, может быть, изменения или нет, или он как бы наоборот имел свойство это обрастать. Это совершенно фундаментальный вопрос. Вот. Но мне кажется, я понимаю, что это требует какой-то, возможно, развернутого ответа, потому что почему я еще спрашиваю, если вот мы говорим про вот эту некую ну, условно одинаковость, да, которая происходит в фильмах, то есть ну, мы посмотрим последнего, там, типа, словно кто-то влюбленный, и кажется, что это ужасно жестокое кино, да, на первый взгляд, что там вот есть какие-то там, типа, что-то, что мы не могли бы как будто бы увидеть чуть раньше. Вот, и вот насколько вот Киарастами в этом смысле последователен или насколько может удивить как раз своего зрителя, если ты его смотришь продолжительное время. Вот, какой-то мне кажется, вопрос. Какой-то водораздел лежит вот как там сертифицированная копия. Копия Верна. Копия Верна. Угу. И вообще, когда он начал работать с Европой. Я помню, что когда фильм «Копию Верна» показали на Каннском фестивале в конкурсе, эта картина не понравилась никому вообще. Угу. Даже фанатам Киарастами. Они помню, вообще не поняли, что это какая-то... Все говорили, что это какая-то приторная мелодрама, какие-то итальянские красивости, Жюльет Бинош, в общем, какой-то сироп практически, совершенно, который не ожидали от великого автора, минималиста, который никогда не прибегал никаким эффектам, вообще никакой ажитации, да, никогда никакой как бы такой аттракционности, и вдруг, значит, вот такая вот мелодраматическая история практически для общего пользования. Да, да. Но я
совершенно не согласен с этой точки зрения. Мне еще тогда еще картина очень понравилась. И особенно в этом смысле, то есть да, это фильм, который выбивается вроде бы из фильмографии Киарастами, но при этом, вот, если смотреть его в контексте других картин Киарастами и особенно его ранних фильмов, да и, собственно, поздних, то средних удивительным образом можно увидеть, что это все тот же Киарастами. И в этом смысле, как бы, потому что, как бы, в основе фильма это действительно идея копии оригинала. Да, а это фундаментальная идея для Киарастами, да, потому что это копия, и речь идет о, как бы, копии оригинала. Это здесь, как бы, это ее можно применить, спроецировать, да, на отношение, собственно, реальности и изображения, видимости и реальности, да, на, опять же, это связано со структурой повторов, да, которые, как бы, вроде бы копируют, воспроизводят то, что уже совершилось, одно и то же, но при этом они обладают собственной ценностью. Да. То есть это очень глубокая, мне кажется, картина об устройстве реальности в понимании Киарастами, да, потому что, в принципе, идея этого фильма, и меня тогда это вот поразило. То есть ты сразу это увидел? Нет, и, знаешь, я тогда еще не смотрел в таком количестве, в смысле, не знал Киарастами так, как я, естественно, знаю его сейчас, и не видел такого количества фильмов Киарастами, но я помню, что меня поразила вот эта идея, и, кстати, возвращаемся к... Хорошо, спасибо за вопрос, к Нанси здесь, о том, что... условно говоря, там же, как бы, ситуация, что происходит в фильме. Да, встречаются два человека, которые совершенно не знают друг друга, они абсолютно незнакомцы. Они решают выдать, сыграть в эту игру и выдать себя за пару, за мужа и жену. Да? И постепенно, очень быстро они, как бы, настолько погружаются в эти свои роли, что они начинают забывать, что вообще-то, как бы, это все игра. И это, как мне кажется, что это очень вообще глубокая идея вот этой вот, как бы, события, да, вообще, как бы, отношений людей друг с другом, что твоим, там, условно говоря, отцом, братом, в принципе, может быть кто угодно. То есть это вот эти отношения событийные, да, отношения равенства, да, они абсолютно не ограничиваются какими-то родственными общностями, они совершенно не ограничиваются родственными связями, они куда более фундаментальные и глубинные. Вот, как бы, качество хорошего текста, да, в том, что можно потом, исходя из этого текста, еще достроить, да. Перенести это на те фильмы, которые Нанси не смотрел, ну, видимо, смотрел, наверное, уже теперь, но да. Не писал они, которые не попали в книгу. Очень странный фильм японский у Киарастами, да, как влюбленные, да. В высшей степени. Странный. Он для меня такой немножко, честно говоря, да, иероглиф. Вот, я его не, вот его редко пока, да. Вы его, по-моему, не показывали. Мы показываем все, да. А, вот я как-то прям удивилась, да. Как он решил поиграть в японца, поиграть немножко в Одзу. Ну, как бы, да, он, видимо, стал так в период вот этот вот европейский, да, условно говоря, он стал каким-то более, может быть, раскованным. Как-то он позволил себе какие-то вещи, которые, наверное, не позволял раньше, да, и позволил какую-то большую игривость, да. Возможно. Ну и вообще, вот, собственно, эта же идея, опять же, возвращаясь к копии верна, идея копии оригинала, она в этой картине в каком-то смысле тоже это реминисценция крупного плана, где то же самое, речь идет о человеке и его двойнике. И, ну, в принципе, и да. Киарастами тоже, как бы, эту ситуацию лишает каких-то привычных характеристик, и в итоге мы понимаем, что и тот, в смысле, и настоящий Махмальбаф, да, в смысле, и Махмальбаф Нимы, то есть этот самозванец, который настолько влюблен в кино, что решил выдать себя за известного иранского режиссера Махмальбафа, что для Киарастами они равны, что они и тот, и другой обладают своей истиной. И это очень радикальная идея. Да. И не очень гуманная. Не знаю, ответили мы на ваш вопрос, но очень увлеклись. Да. Спасибо. А, еще вопросы? Что я не слышу? Чем занимаются дети, режиссеры? А, да, у Киарастами есть два сына, Ахмат и Бахман. Они снимались, кстати говоря, в его... ранних короткометражках, когда они были детьми. Бахман стал режиссером и даже, по-моему, ассистировал самому Киарастами на каких-то картинах. По-моему, у него есть собственные полные метры, но как-то они
видимо, не прозвучали, как-то о них никто особо не знает. А Ахмат, он вообще, он живет сейчас давно в Америке, в Сан-Франциско. Он занимается, если я не путаю, потому что мы были с ним в переписке, он занимается IT-технологиями. Айтишник, да, простой айтишник. Да, он, ну, не простой, он какой-то серьезный айтишник. И он одновременно основал Kiarostami Foundation, фонд Kiarostami, который, видимо, занимается, да, сохранением и как-то вообще развитием наследия Kiarostami. Да. Все, да, есть еще, может быть, вопросы? Спасибо, Инна, спасибо вам. Спасибо, советуем вам прочитать книжку Нанси. Как мы уже говорили, просто чтобы в качестве заключения, это замечательный пример того, как критик, философ может передать вам собственное восприятие, да, Kiarostami. И вот этот опыт передачи, который передачи опыта, передачи зрения, передачи видение, да, он является и основополагающим для самого Kiarostami. Спасибо.